София! Что случилось? Что случилось? Сама ты как думаешь? Поживее, у нее схватки. Его зовут Люка. Я назвала его в память об отце. Мне 3 года гнить в тюрьме. За то, что я пырнула ножом того полицейского. 3 года. Привет. Дети все чувствуют так же, как и мы. Ребенку не место в тюрьме. Люка! Что с тобой, зайка? Кажется, он не дышит. Успокойся. Помогите, умоляю вас! Молчи, он ведь умрет. Сама виновата. В чем я виновата? В этом году вы были слишком агрессивны и неуравновешены. Вы опасны. Своему сыну я не опасна. Малейшее нарушение, дорогая. И тебя лишат родительских прав. Куда они забрали твою дочку? Ее отдадут в приемную семью. Что? Спокойно. Как мой малыш будет без меня? Так нельзя, что же мне делать? Живите дальше. Зачем мне жить дальше? Может, у вас есть друзья, которые бы за ним присмотрели? Нет. Весь год мы будем наблюдать за вами. Все в ваших руках. Я буду работать. Это может помочь. Ты должна победить. Ну что, девчонки, вы готовы? Ни шагу назад. Я стану лучше. Когда Люка со мной, я словно оживаю. Даже шлюхи бордельные. Ребенок может дать смысл жизни. Я стану лучше. В кино 17 октября.